Всем привет! Начала разбирать свои гортензии, но мне же интересно посмотреть, как они там, что они там. И потом меня просили показывать видео, как они и что. И решила показать вам. Я их черенковала 29 марта. Сегодня у нас 11, а получается сколько дней? 31, не помню, пускай будет даже 30. 11-12 дней назад. И смотрите, что я обнаружила. Вот я специально сюда вперед их выдвинула. Вот этот вот череночек, это который я покупала в Леруа Мерлен, срезала череночек. У него появились воздушные корешочки. Вот они. Я думаю, что будет хорошо их видно. Здесь пока ничего не видно. А, вот. И здесь внизу, смотрите, видно, уже появились корешочки. Так что я довольна. Ставим. Гортензии бесконечное лето. Воздушных корешков пока нет, но я думаю, дня 4 они уже появятся. У бесконечного лета бывает очень много воздушных корешков. Зато есть внутри корешочки. Вот. Их хорошо вот видно. Здесь не видно еще пока, а вот тут вот уже видно эти корешочки. Не знаю, там вам видно, нет? Здесь, может, получше будет видно. Вот прям вот под моим мизинчиком, видите, уже появились корешочки. На сегодняшний день они все хорошо выглядят. Вот. Все пока что. Ни один пока не свалился. И вот. Который я забывала в теплице. И для эксперимента поставила его в воду. Смотрите. Тоже появляются корешочки. Вот они махонькие такие. Ну, не могу сфокусировать. Никак не сфокусирует телефон. Сейчас поверну. Ну, вот. Плохо, конечно, но видно. Такие вот-вот-вот маленькие корешочки. Воду я не меняла, как я поставила ее в эту воду. Так череночек и стоит. Ну, и вот начали лезть молодые побеги. Не у всех, конечно, видно корешочки, но еще и времени мало прошло. Всего 11-12 дней. Минимум надо хотя бы 2 недели, но результат меня уже порадовал. Стоят у меня они также в этой коробочке, также закрыты. Я открываю для того, чтобы... Вот, 29-го. Для того, чтобы их посмотреть. Лазю я туда каждый день, мне любопытно. И где-то раз в 3 дня я их могу вот так вот водичкой просто опрыскать. Что еще? Открывать. Видите, я буквально только сняла видео и сразу потеряли листочки тургор. Для гортензии это вот сложно. Даже когда она уже черенки дадут корешочки. И нужно будет ее постепенно-постепенно приучать к воздуху. Сложнее, чем у петунии. Петунии сразу приоткрыл дня 3 и можно совсем снимать крышку. А здесь все-таки подольше. Ну, где-то недельку. Вот такие вот хорошенькие череночки. Смотрите, красотища. И главное, появились корешочки. Я думаю, что все 100% у меня укоренятся. Напомню, что укореняла я в покупной земле, в покупном грунте обычном и добавляла перлит. И все. И делала такую влажную земельку. Втыкала без всяких, по-моему, корневинов. Да, без корневинов. На этом буду прощаться. Всем пока-пока. Забыла сказать, что стоят они у меня под лампой. Но не круглосуточно. То есть вечером часов 7 я уже лампу выключу. Утром, как просыпаюсь, это часов также в 7-8 я включаю лампу.